определены дополнительные сроки сдачи ЕГЭ для обязательных предметов русского языка и математики базового уровня. Экзамены будут проходить 5 и 8 сентября. А вот заявки на участие в испытании можно подавать уже со следующей недели. Для подачи заявки для участия в едином государственном экзамене необходимо предоставить заявление от участника и подтвердить его справкой с образовательного учреждения. Заявки для участия в дополнительном ЕГЭ можно подавать в Управление образования округа с 8 по 22 августа. На территории региона определен всего один пункт сдачи единого государственного экзамена. Он будет находиться в Иркутске.